And doesn't this remind you of when you're in the boat? And then later that night you were lying, looking up at the ceiling, and the water in your head was not dissimilar from the landscape. And you think to yourself, why is it that the landscape is moving, but the boat is still? Суть в том, что Билли Блейк – трус и слабак. Всю свою жизнь он влечет жалкое существование, не способный ни на один настоящий поступок. Безвольный человек – считай живой мертвец. You're just as likely to find your own grave. И жизнь была дана ему, чтобы обрести бесстрашие и силу духа. В этом был смысл его жизни. Именно для этого на его пути возникали различные испытания, которые он с треском проваливал один за одним. Каждый такой провал вел его все дальше и дальше в пучину ада, не давая надежды, что в его жизни произойдет что-то настоящее, чистое и большое, которое возможно только благодаря смелым поступкам. И вот он в аду. При встрече с директором Диккенсоном ему выдался очередной шанс проявить себя, переступив через свою никчемную трусость. What the hell are you doing in my office? Well, I came to talk about my job. The only job you're gonna get in here is pushing up daisies from a pine box. Now get out. Thank you very much, sir. Ну и тут он спасовал. Если бы он не струсил тогда, то события развернулись бы совсем иначе. What does it smell like? Paper. Well, it is paper. Если бы он тогда проявил твердость и смелость, то остался бы жив. На этот раз это был последний промах, потому что по итогу он приводит Блейка к пуле прямо в сердце. Его жизнь оборвалась внезапно, не достигнув цели своего существования. И душа Блейка осталась блуждать на земле, пока не пройдет свой кармический путь до конца. За этим и наблюдает зритель в течение всего фильма. Пройти свой путь помогает Блейку индеец Никто. Никто – это проводник Блейка и мудрый наставник, тоже недавно погибший и вместе с Блейком идущий в рай. Почему тоже погибший? Потому что все события после сцены с любовницей – это потусторонний мир духов между жизнью и смертью. У индейца Никто тоже осталось незаконченное дело для его души. Его карма – это помочь найти дорогу к Блейку, потому что сам он свою дорогу при жизни потерял. Take you to the bridge made of waters, the mirror. Then you will be taken up to the next level of the world, the place where William Blake is from, where his spirit belongs. I must make sure that you pass back through the mirror at the place where the sea meets the sky. The hell? Nobody. И в итоге
Каждое событие фильма направлено на то, чтобы Блейк стал мужественнее и бесстрашнее. Конечно же, в этом фильме много метафор. Убитый олененок – символ самого Блейка, погибший, не познав жизни. Медвежья шкура на Блейке – как знак обретенной храбрости и силы духа. По реке никто приводит Блейка туда, где он отправится в свое последнее путешествие. Пора отправляться в путь, Уильям Блейк. Пора возвращаться туда, откуда ты пришел. Туда, откуда приходят все духи. И куда они все возвращаются. Дела этого мира больше не будут тебя волновать.